22 июня. День начала Великой Отечественной войны. Одна из самых трагических страниц нашей истории. В поселениях Северского района, как и по всей России, прошли торжественно-траурные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Всероссийская акция «Свеча памяти» собрала неравнодушных жителей, которые точно знают – никто не забыт, ничто не забыто. Искренне благодарен каждому, кто пришел сегодня сюда. Пришли с детьми, пришли люди разного возраста. Ведь наша святая с вами обязанность помнить эту трагедию, передавать ее нашим детям и не дать забыть, и не дать переписать историю нашей великой, могучей страны. Горящие свечи, как символ скорби об ушедших героях, чей бессмертный подвиг никогда не будет забыт. Которые ковали победу в невыносимых условиях, мучились в фашистском плену, погибали в боях, терпели лишения в тылу. Ежедневно, ради нас, ради нашего будущего, жертвовали самым дорогим – собственной жизнью. Всероссийская акция «Минута молчания» прошла в Северском парке имени Пушкина 22 июня в 12 часов 15 минут. Именно в это время вышло в эфир обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Под звуки метронома собравшиеся почтили память ушедших воинов. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Слова, прозвучавшие в первый день войны, стали пророческими. Но цена оказалась слишком высока. И потому вновь и вновь в День памяти и скорби у вечного огня лежат гвоздики. Даже 83 года спустя мы помним, мы гордимся.